Суть нашего бизнеса заключается в разработке и внедрении в производство на платной основе ресурсосберегающих технологий рыбоводства. Это развивающаяся отрасль, в ней не так много применяется промышленных методов, поэтому мы развиваем эту сферу и позволяем рыбоводческим хозяйствам зарабатывать как можно больше денег. Ну, в этом году наше инновационное предприятие получило патент Российской Федерации на изобретение по разработке комбикорма, содержащего аспаргинаты микроэлементов. Ну, наши цели – создать современное индустриальное рыбоводческое хозяйство, которое бы использовало самые инновационные технологии, не просто использовало, а именно разрабатывало их, внедряя в производство соседних хозяйств. Ну, планы на будущее – это запустить производственную часть нашего предприятия. Конкурс «Бизнес-успех 2012» – это очень хорошее мероприятие. Мы очень благодарны организаторам за высокую оценку нашей работы.